50 новых опор освещения, 60 светильников появились во дворах Ивантеевки. Модернизацию уличного освещения провели на Студенческом проезде 2, улицах Толмачева 14-16, Хлебозаводской 46, Смырякова 2-4, Первомайской 25, Зеленый 50-52-54, а также на Советском проспекте 28. Кроме того, новая сеть освещения протяженностью почти 1,5 километра появилась на улице Заводской. Капитально обновили освещение в 10 дворах. Протянуто почти 4 километра проводов, установлено 121 опора освещения, заменено 168 светильников.